Чисто для разрядки. 1938 год. Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же... как-то это... мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела — только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Я припрятал все нужное неподалеку. Сядьте в машину. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли! Можешь хоть раз не пить перед делом, пожалуйста. Все, пошли. Поезжайте к таможенному хранилищу. Может, хватит? Перестань играть с пушкой, ты меня нервируешь. Извини. Просто мыслей в голове много. Да ну. Там еще и для мыслей место есть. Смейтесь, мудачье. Все вы не верите, что у меня могут быть планы. Но вы ошибаетесь. Ох, ошибаетесь. Правда? Выкладывай, что ты задумал? Думаю, накрыть сберегательный указ в центре. Хочешь банк взять? Да. Я давно пасу это место, уже все 100 раз обдумал. Нужна лишь пара верных ребят, чтобы прикрыли мою спину. А грабить банк для нас слишком круто. Мы тут сраных федералов грабим. В чем разница? В том, что это задание Сальери, вот ты дебил.
Украсть сигары нам поручил Дон. А налет на банк он ни за что не одобрит. А мы ему не скажем. Ты что же, хочешь кинуть Дона? Нет. Конечно, нет. Провернем дело и честно поделимся с ним. Он разозлится. Но успокоится, когда увидит свою дочь. Не знаю, понял. А я, сука, знаю. Делай, что хочешь. Я тебя не сдам. Я многим тебе обязан. Но если Сальери узнает, что ты провернул что-то за его спиной, ляжешь рядом с Морелло. Как по мне, это того не стоит. Он прав, Поле. Или скажи все Дону, или забудь. Помечтать-то хоть можно. Проснись, все. Мы на месте. Том, бери тачку. Найди грузовик, встретимся у хранилища. Мы с Поли захватим остальное. Ладно. Ты что, перепил, что ли? Не. Трезв, как стекло. Этого я и боялся. Эй, хорош меня доставать. Все путем. Найдите и угоните грузовик таможни. Обыщите рабочий район. Да уж, тут немало. Немаленькая площадь для обыска рабочего района. А, вон он появился. Ой, вон он и грузовик. Тут особо и искать не пришлось. Да, непонятные какие-то замутки со стороны Полли. Насколько я помню, если мне не изменит память, когда принимали Томми в семью, там четкие были установки, что нельзя кидать ни Донна, ни семью, никакие левые дела проворачивать без одобрения. Старших нельзя. А Поле решил сам все сделать. Это как-то неправильно. В принципе, они правильно ему посоветовали. Сказали, что или поделись своими планами с Доном, и что он на это скажет, тогда будем дальше думать. Или забудь об этом. А этот сам решил что-то там непонятно. Какой-то план провернуть с банком. Но это неправильно. У них же там свои кодексы, свои правила. Нельзя так просто. Взял, сначала работаешь на Дона, потом раз взял сам от себя что-то уже начал проворачивать. Или с Доном делись своим планом. И тогда будем вместе, как говорится, мозговать и думать, что делать дальше. Или забудь об этом. Правильно ему подсказали ребята. Ну ладно. Погнали. Подгоните грузовик Сэму и Полли. В начале игры была такая настройка отключить поездки на машине между миссиями, что такое возможно. Но я вот сейчас вот сколько уже в этой игры прошел, и вот сейчас думаю, ну как так отключить поездки на этой машине? Здесь поездки на машинах — это, ну, значительная часть всей игры. Если это отключить, ну какая-то будет казаться неполноценная игра будет. Здесь машины сделаны настолько реалистично, управление. Каждая вот машина по-своему управляется. Легковушка, легковушка. У мотоцикла вообще
совсем другое управление, совсем... Вот грузовик ощущается по-другому, действительно, грузовик. Поэтому, если отключить поездки между уровнями, ну, это будет совсем не то. Поэтому, на мой взгляд, то те настройки, ну, как-то необоснованные. Мне кажется, они нафиг тут не нужны в этой игре. Отключить. Остановись здесь, Том. Где моя форма? Это все, что есть, брат. Все равно там в кабине всего два места. Можешь ехать в кузове. Лежи и не высовывайся. Не то нам конец. Не беспокойся. Лежу я как раз отлично. Ты всем тёлкам это говоришь? Хорош. Воу-воу-воу-воу-воу. Все, погнали. Ладно, ладно. Господи, тут. Эй, Том, удобно тебе там? Сам как думаешь, умник? Приедем к хранилищу, и что дальше? Не знаю, поищем ящики из Камеруна, или как его там, ну, сигарная страна. Скажи, ты видал размеры этого хранилища? Не парься, ночью там никого нет. Сделаем все, что захотим. Ваши документы. Черт, точно. Документы? Да. Пит, бумаги у тебя? На торпеде. Что это было? Вы о чем? Держи, друг. Хорошо, проезжайте. Работа сегодня кипит, парковка забита. Слышали? Сегодня здесь полно народа. Ничего, будем действовать по обстоятельствам. Я не умею действовать по обстоятельствам, Сэм. Ты же знаешь. Чего так поздно, парни? Мы должны управиться с этим грузом к рассвету. Извини, никак не могли найти бумаги. Но уже все в порядке. Просто скажи, что делать. Мы новенькие. Мы тут все новенькие, парень. Но кое-кто из нас получше знает, который час. За мной! Ладно, Том. Теперь все в твоих руках. Полезай на склад и найди ящик сигар с алмазами. Понял. Они все записывают. Так что поройся в их документах. Нам нужны камерунские сигары с корабля «Богемия». Судно пришвартовалось 23 числа, во вторник. Ясно? Да. Не попадись никому на глаза. Как закончишь, разыщи нас. Итак, проберитесь в таможенное хранилище. Понятно, ребята, все понятно. Стрельба привлечет внимание. Значит, здесь действуем по стелсу. Стелс — это хорошо. Проникните в здание хранилища. Стрельба привлечет внимание. Вообще оружие здесь есть? Есть у Тома оружие. Но стрелять все равно нельзя. Федералы заставляют работяг пахать сверхурочно. Ну что поделаешь. Хрен что найдешь, если не сказать хуже. Просто ищи все, что выглядит как-то странно. Мы никак не сможем осмотреть все ящики. Нам и недели не хватит. Вам и заплатят, как за неделю. Хватит ныть. Действительно, что ты ноешь? Нанялся, работай, блядь. Не нравится, рассчитывайся, иди домой. Так, дальше куда?
Вашингтоне прознали, что в порт пришло кое-что серьезное. И это нельзя упускать. Помощник директора не успокоится, пока не узнает, что это может быть. Ребята прознали, что контрабанда пришла. Что еще может быть? Отыщите груз сигар. Стрельба привлечет внимание. Найдите сведения о новых угрозах. О грузах. Грузах. Заметка по поводу обыска. Хьюи, я забрал со склада ящик сигар. Нутром чую, то, что мы ищем, может быть спрятано среди конфискованных камерунских сигар с Богемии. Как придешь, сразу отправляйся на склад и проверь остальные ящики. Увидимся утром. Удачи. О, это мне поможет. Ящики лежат на складе. Понятно. Как несложно было догадаться. Так, склад. Там внизу два мужика вижу. Давайте поживее. Когда закончим с мелкими ящиками, перейдем к большим в соседнем помещении. Не козлы эти федералы, хотя платят неплохо. Так, это вниз. Но надо, я так понимаю, с верхним разобраться, потому что то федеральный агент. Если я там внизу буду что-то пытаться сделать, то он меня сверху увидит сразу, спалит. Значит, сначала с ним решить вопрос, а потом уже дальше буду обыскивать ящики на складе. Вон он ходит, сучья рожа. О, давай, Томми. Бежать нельзя, же, наверное, что-то гупать сейчас. Своими ботинками он услышит. Опа. Все, ты один здесь, или тут вас несколько? Ну, видел одного пока. Так, он у дверь прошел. Что здесь за этой дверью? Томми, а что тут пусто? А нифига нету, что ли? Вон туда-сюда заходить было. Здесь что-то я упускаю. Ладно. Оп. Список грузов. Мечта, Empire Bay, ром, неуплата пошлины, сектор А1, Нелли, неопознанная техника, сектор Б2. Богемия, сигары, неуплата пошлины, сектор D2. Незабудка, непристойные материалы, секторы А2, C2, B1. Король Гаванны, ром, неуплата пошлины, сектор D1. Так, это получается наша Богемия, сигары, неуплата... Сектор D2 у нас получается. Интересно. А ну да, и он, ящики в секторе D2. Точно. Вот он, Томми, уже и нашел эти ящики. Сектор, ух ты, сейчас мы, наверное, ружишко надо взять на всякий случай. Ну тут же все равно стрелять не разрешают, ну ладно. На всякий случай. Это что? Томми, что там? А ну поделись информацией, которую ты получил. Так, это все бесполезно. Бесполезно, не то. Что это? Приказ ФБР. Срочно! Нам стало известно, что хранилище таможенного конфиската в Лас-Хевене в данный момент содержит неизвестную контрабанду особой ценности. Необходимо срочно осмотреть все конфискованные товары. Время ограничено. Отсутствие результата может привести к провалу судебного процесса в Empire Bay. Детектив Джозеф Гроув. Так, понятно. Все говорят об одном. Контрабанда. Томми, прячем пока ружьишко, потому что нам не до этого. Тут что? Какие-то тоже письмена. Не, ничего. Ничего. Это что такое? Ух ты! Рожа какая, блядь.
Газета. 30 сентября 1938 года. Нацисты Мюнхене добились своего. В соответствии с заключенным в Мюнхене соглашением германский фюрер Адольф Гитлер получил возможность аннексировать Судетскую область Чехословакии. Оккупация Судет будет завершена в течение 10 дней. Соглашение подписали представители Италии, Великобритании и Франции. Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен прокомментировал это решение словами: «Я привез вам мир». Представители Чехословакии при подписании соглашения не присутствовали. Правительство страны было готово к тому, что любое принятое решение нанесет ей значительный ущерб. Понятно. Мир он, блядь, принес. Отдали страну на растерзание фашистам. Мир он принес. Во, блядь. Ну да. Так называемый коллективный Запад. Ух ты. Ух ты, ты чё? Как он меня увидел? Я ж тихонечко спускался. На, бруталити. От Томми Анджело. Тут еще один, их двое было. Да вон он, там далеко, блин. Ну, а надо попытаться его ликвидировать, потому что, ну, кипиш подымет. Нам же тут надо действовать тихо. Так называемый коллективный Запад. Дали порвать фашистам Чехословакию, блядь. И молодцы, справились, принесли мир, блин. Круто. Ну что, как и чем это закончилось, все мы помним из истории. Кстати, сами французы тоже потом слились за 2 месяца буквально. Так, Томми, нам наверх. А, черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Так их же сотни. Значит, тебе повезло. Вся ночь впереди. Нафиг нам сотни. Мы знаем, что у нас ящик в секторе D2. А тут он A1, C1. Эти все сектора нас не интересуют. Наших ящиков здесь нет. Не надо нас путать. Все мы знаем, куда нам идти. Игра же сама подсказала, куда идти. А теперь начинает запутывать, типа. Уведомление о конфискации сигар. Корабль. Транспортное средство «Богемия». Груз, сигары и табачные изделия. Оригинальный пункт назначения. Atlantic Import Export Company. Holbrook. Основание для конфискации. Подозрение начальника порта. Неуплата пошлины на товары. Дата прибытия 23 сентября 1938 года. Сектор склада D2. Вот опять игра нам подсказывает, что в D2 наши ящики. Нафига нам все остальные сектора? Это мне поможет. Конечно поможет. Мы же уже нам сказали, что D2. Вот, а это А1, эти сектора нас не интересуют. Мы же знаем, что D2, нам же подсказали. Значит, туда и движемся. Нам теперь главное найти, где этот D2 именно, сам сектор. Вот B2, А1, B1, значит, справа от нас тот сектор, где-то там. Главное, вот это... По-тихому. Так, он тут не один, я вижу, еще один там ходит дальше. Тихо, Томми, тихо. Тихо, он идет там, с той стороны, с этой-то, сука. Томми, нас сейчас спалят, блядь. Ух, и как он нас не увидел-то, а? Ёб твою мать, увидел, ну, сука. А, все равно нельзя, только по-тихому. Да, жалко. Как же он нас увидел? Вроде ж повернулся уже спиной. Черт, сколько же тут всего? Ладно, парни, проверьте все ящики и начнем их вскрывать. Тут всего? Таких же сотни. Значит... Так, ну это мы читали, да? Сектор склада D2, да.
Тебе повезло! Это мне поможет. Ящики в секторе D2. Ну, то есть сразу сократит круг поиска. А так, конечно, тут лазить по всему складу, это, ну, бред, конечно. А так мы теперь точно знаем, что сектор D2, там и находятся наши ящики. Сука, тут копы стоят. Он тут меня не видит. Давай, Томми, тихонечко. Отлично. Следующий. Тот, на котором я спалился, блин. Где он? Вот он. Блядь, опять он меня нашел. Спиной стоит, он меня нашел, блядь. Да заканчивайся, Томми. Пока нас не спалили другие. Валим. Пока не спалились. Хоп, все. Отлично, нас никто не увидел, не услышал. Это хорошо. Вот я его нашел. Стоит ко мне спиной, я к нему крадусь сзади. Как он меня спиной нашел? Да, тут, конечно. Неужели он не видит, что его коллега лежит тут? Распластался. Так, сколько их тут? Трое или четверо? Двоих положил, он один ходит, значит, три. Пока вижу троих. Может, ух ты, тихо. Трое их, и все, я понял. Тихо, Томми, аккуратно. Аккуратно, Томми. Вот так. Усыпим его, пока. Так, сектор D2, C1, B1. А вот и D2 сектор. Так, как нам туда попасть? Ну это высота. А, вон спуск. Отлично. Вот они, ступеньки. Все, мы на месте. Вот он, наш сектор. Смотрим. Ящики. Здесь ничего. Ничего. Так, дальше. Что это? Ну да, вот он. Да. Сектор D2. Все, мы правильно. В правильном направлении пришли. Смотрим. И здесь тоже. Вот сигары, да. Господи, сколько можно? Нет. Ля, ну вот же сигары лежат, ё-моё. Ну вот еще один ящик. Надеюсь, что здесь. Вот ты где. Да, они. Вернитесь, Сэму и Полли. Отлично, Томми, молодец. Все нашел. Как всегда на высоте, Томми. Готово. Анджела. Уверен, что мы взяли то, что нужно? Все пучком, парни. Ладно. Грузим все и валим отсюда. Это вроде последний. Сваливаем. Слышишь, назад я в кузове не поеду. Ладно, водишь ты лучше нас. Только смотри, не сигани воду. Черт. Вы слышали? Ладно, Том. Все-таки включили кто-то валим, сирену. Валим. Да уж что? А кто ж включил, если по-тихому, да? Томми все сделал? Через ворота. Незаконное вторжение, федеральная таможенная хранилища. Подозреваемые уходят на грузовике таможни. Нужны заграждения на всех дорогах. Так, ехать-то сейчас куда? Сюда приедут все. Покиньте район, города. Избегайте заграждений. Так, заграждение. Так что ж, пол, тут же надо понять, куда ехать. Мужик, ну его нафиг, ты еще дорогу ходишь. Тут капец как некогда. Так, ну, судя по всему, нам придется к карте обращаться. Так, сейчас налево. Попробуем выехать так. Наверное, что перекрывали всех. Ну, давай попробуем.
А, тоже перекрыто вон. Вот так, ладно. Будем пробовать разные маршруты. Ну, по логике вещей, большие дороги, которые ведут к выезду с этого района, по-любому перекрыты. Это, ну... И тут перекрыто! Сворачивай, Томми! Да сейчас прямо. Будем, значит, окольными путями, как говорится. Копы были, что ли? Или нет, я не понял, что-то они даже на нас не отреагировали никак. Так, дальше. Если мы прямо проедем, куда мы можем выехать? Кто-нибудь видел грузовик? Никто не видел грузовик. Теперь. Не знаю, как. Сюда, что ли? Куда ехать, в какую сторону? Давай попробуем сюда. Не будем ничего нарушать, не будем привлекать внимания. Так, больше шансов оттуда свалить, чем сейчас начнут тут граждане звонить. Опа, тут грузовик нарушает правила, кучу фигню, сразу спалимся. А так потихонечку и выйдем отсюда. За нами ж погони нет, просто по-тихому надо отсюда выехать. Пока не ясно как, но... Тоже перегорожено, но это предсказуемо. Так, это предсказуемо. Ладно, попробуем другим способом. Тут, скорее всего, тоже будет перекрыто, но это было бы слишком просто. Значит, можно прямо направо, а я тут попробую. Там перекрыто. Это, сука, погоня. Это не просто перекрыто. Ну, а как я мог знать, если я не слышал их и не видел? Они тут просто катаются, нас ищут. Они не знают, что мы тут. Да, точно, они нас не видят. Ну, и отлично. Так, теперь. А теперь налево и прямо. Я думаю, все, выйдем сейчас. Ну ты откуда, сука, взялся? Где они? Отлично, уехали от них. Нас на кишках повесят. Опять. Кажется, мы оторвались. Да, надеюсь. Поезжайте на склад в Сальери. Вы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Я чудом ящики нашел. Другой раз для такого дела нам нужен будет план получше. Получше? Стекляшки-то мы нашли, так? Да, но в другой раз. Что в другой раз? Согласовать все с тобой? Ведь ты у нас такой спец по планам. Парни, я тут машину вести пытаюсь. Давайте доберемся до склада без копов на хвосте, ладно? Ладно. Алмазы у нас, босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отеля Риц. После таких-то трудов. Ух ты, как занесло машиночек.
Красиво хоть скриншоты делай. Мотоцикл. Самый прикольный транспорт в этой игре. Просто офигительно на нем ездить. Обалдеть, мне понравилось. Жуть. Штольц. Премиум квалити. Эй, Полли! Ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт. Наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Да он сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. То есть мы рисковали жизнями ради этого говна? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поле. Дон сейчас будет здесь. Сука. Мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен был. Да. Но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно? Да. Полезно? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался, вот и все. Этот? Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорчены, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку. Нужно выгрузить ящики на склад? Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать! С меня уже хватит, Тоби! Если б нас повязали с дурью, мы бы сдохли в тюряге! Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Так что за банк? Пройдитесь с поля до станции поезда. И центральный. Да.
Я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выгорит. Увидим. Пока я сам все не осмотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. Это понятно, что бросит. Обычно в таких ситуациях так и случается. У тебя есть семья, Том. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, что играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочь. Вот я пытаюсь не уснуть, пока Дон рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулями. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать? Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе мой план? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. Ты уже втянулся, брат. Как знать. Чисто для разрядки. Глава пройдена. И на этом моменте мы заканчиваем сегодняшнее прохождение. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч в Last Heaven!